В день рождения партии «Единая Россия» во всех региональных общественных приемных страны прошел уже традиционный прием граждан. В Чувашии обращение принимали депутат Совета Федерации Вадим Николаев, глава Чебоксар Леонид Черкесов и руководитель общественной приемной Николай Николаев. С заботой о людях под таким девизом прошел прием граждан. Проблемы, с которыми люди обращаются практически во все общественные приемные, схожи. Трудности с ЖКХ, вопросы отопления, предоставление земельных участков, оказание медицинской помощи. Многие вопросы решаются в ходе приема, некоторые требуют детального рассмотрения. Вот в прошлом году мы проводили прием, свыше 250 площадок было развернуто, 700 с лишним человек пришли 1 декабря 2014 года. И тогда процент положительно решенных вопросов был около 30%. В этом году мы уже развернули 460 площадок по всей республике. Ожидаем, что, наверное, свыше 1000 человек сегодня придет. И все-таки надеемся, что процент положительных вопросов будет не менее 25%. Людмила Данилова живет в доме без газа и очень надеется, что после обращения в общественную приемную ситуация изменится в лучшую сторону. Пришла я на прием к Леониду Ильичу, надеясь на то, что он посодействует в решении моего вопроса. Он меня немного обнадежил. Сказал, что он выйдет на начальника Чувашсетгаза Морозова и попытается посодействовать в газификации вновь построенного дома. Кстати, все желающие могут обращаться в приемную по вторникам, средам и четвергам с 10 до 19 часов. А депутаты, в свою очередь, постараются помочь жителям республики решить их проблемы, проконсультируют по различным вопросам. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика.